Добро пожаловать на игровой канал Zarbez Game. Я NeoZar. И это прохождение игрушки Ведьмак 2. Убийцы королей. Итак, в предыдущей серии мы поговорили с вами с Седриком. И он нам сказал, чтобы мы шли куда-то на обломки корабля посмотрели. Давайте спустимся отсюда. Но прежде чем идти и заниматься Кейроном, я предлагаю все-таки разобраться с нашим троллем. Поэтому еще раз давайте сходим к нему. Потому что я не знаю, может быть, ему по башке настучать. И тогда он прекратит пить. Не знаю. Но все-таки я думаю, что давайте к нему сходим. Еще раз. Посмотрим, как он ведет себя там. Так держать. Да держу, держу. Может, все-таки, если мы ему мечом по башке сейчас настучим, он прекратит пить и все будет зашибись. И начнет строить наш мост. Но не знаю, что из этого выйдет. Убивать я его не хочу. Здесь мы с тобой, Геральт, не спустимся? Не, не спустимся. Это что вообще за столб такой? Непонятный здесь стоит. Ну ладно, будем надеяться, что он нужный. Так. Ну, давай, ты чё? Давай, спрыгивай. Дружище, ты где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Что ж, ты мне выхода не оставляешь никакого. Хватит! Не надо драка, быть слушаться. Ты пьян. Водка хорошо. Голова больна. Разум не больно. Разум без причины не болит. Бабу мою убивали. Хорошая была. Мясо готовила. Кто ее убил? Не знаю. Сидел на мосту. Пошел к логову. Мясом не пахнет. Баба лежит без голова. Надо пить. В корчму не идти. Люди убьют. Надо пить. Если я найду, кто убил твою бабу, перестанешь пить? Не найдешь. У меня здесь друзья. Поговорю с ними, там посмотрим. Ну вот. И мы теперь поняли, почему же он пьет. Ну да, конечно, если бабу-то убили, блин. Теперь все это понятно. Так, ну что ж, нам нужно с друзьями поговорить. С друзьями, так понимаю, давайте сходим в таверну. И пообщаемся с Лютиком, Золтаном. Кто у нас еще есть? Шаала. Шаал как бы мне не друг. Ну, все-таки. Так, где у нас вход во Флотзам? Да, блядь, да кто здесь, блядь, расставил ловушки, суки? Капкан. По идее, где-то здесь должен быть вход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Для этого. Ладно, нормально, Герр, какой староват-то? Мерзкие твари. Я вот только не понимаю, мы этих чудищ бьем. Бьем, 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 а нам почему-то не засчитывается ничего. А нет, хотя сейчас засчиталось. Нормально. Тогда все хорошо. Значит, нужно продолжать их бить.
Ой, ой. Ах ты, тварь, она мне еще заразила, а? Нифига себе. Что-то как-то их очень много было. Просто очень много было. И меня просто зажали, я даже не успел никуда вылезти. Ну ладно, наша первая смерть. Надеюсь, она последняя. Ну, сейчас, я думаю, мы с ними разберемся. Ну-ка, давай. Просто я не ожидал, что будет такая толпа. Так, ну где вы, мерзкие чудовища? Да ты смердишь. Минус один. Еще минус. Вот так. Ну что, давайте нападайте. Где вы есть-то? Давай, я хочу драться. Я только начал. Ну вот нормально, где вы все есть-то? У вас же здесь целая толпа была. Эй, ты кто? Взорвать это гнездо. Ну давай, взорвай уже. Придется взорвать это гнездо. Так, а бомб-то у нас нету, да? Ну-ка давай посмотрим. Так, 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 снаряжение. Рецептик, рецептик, рецептик. Бомба, вот это вот нужно. Как бы сделать эту штуку, а как мне ее сделать? Что, мы сделали, что ли, по идее? Придется взорвать это гнездо. Придется взорвать это гнездо. Придется взорвать это гнездо. Да я понимаю, взорвать, взорвать. А как ее взорвать? Придется взорвать это гнездо. Эх, черт. Получай. Так, не знаю, как бросить туда бомбу. Ну ладно, оставим это как бы на потом. Потому что бомб у меня больше нету. Единственное, сейчас я не знаю, сделаем мы еще или не сделаем. Так. Где у нас? Так. Ловушка, это нам не нужно. Рецепты.
Да, почему-то не могу, я пока ничего не сделал. Да вы задолбали уже меня здесь. Смотри, сколько их бегут. Ладно, давай, до свидания. Вот они. Тихо. Чего-то у вас здесь очень много. Давайте по одному, ребятишки. Вот так. Еще один деятель идет. Здорово. Уничтожить коконы. Так, а где кокон-то? Вот этот вот кокон, да? Ну-ка, давай-ка. Отлично. Одного кокона нету. Где еще коконы? Ага, вон еще коконы. Ну-ка. Тихо. Отходим. Ты, блин, камера, что ты делаешь, твою мать, а? Просто жопа. Больше я не знаю, как это назвать. Да давай уже загружайся, а? Я просто даже не видел, куда мне бежать, зачем мне бежать. Ладно, сейчас, думаю, разберемся. Давай, Геральт, давай. Вот холера. Да еще какая холера. Где эти сраные коконы? Так, ну и где вы коконы? Понял, это зона накеров. Накеры нам сейчас не нужны. Потому что я не знаю пока, как их убивать. Нужно что-то помастерить где-нибудь, я не знаю. Разобраться с ремеслом здесь. Потому что я пока что не научился ремеслом пользоваться. Блин, да где же эти коконы, а? По идее, где-то здесь же они были. Там нас опять, смотрю, это кто там? Эй, ты кто? О, бандиты. Go!
Ну что? Не будете здесь свои костры жечь? И что, и все? И нам ничего за них не дадут? Интересно. О, смотри, еще одна группа. А вот здесь вот интересно. Так, сундучок. Что-нибудь в нем есть? Че, в сундуке нет, что ли, ничего? Ага, есть. Арена 50. Отлично. Ну, я опять не нашел, где эти коконы, а? Не, ну здесь наверху-то, по идее, не должны они быть. Ладно, давай спускаться вниз. Если сейчас не найдем коконы, пойдем, значит, в деревню и поговорим с нашими друзьями. Потому что мы вообще собрались тролля закодировать с вами. И все-таки нужно разобраться, кто убил его жену, потому что баба-тролль-то, ну, зачем вообще тронули бабу-тролля? Жили они, никому зла не приносили, чинили мост, она ему мясо делала, а здесь херакс, блядь, и взяли, и бабу убили. Зачем так поступать-то? Блин, достали мне эти ловушки. Ага, вот он, кокон, блядь. Чё-то он какой-то закрытый, блин. И вот еще кокон. Ну, а где эти? Скалопендр-то. Интересно, сколько их еще? Я не знаю, сколько их, но много, мне кажется, блин. Так, что-то кокон какие-то все закрытые. Я что-то не понял, блин. Ну-ка, открывайся, блядь. Странно как-то, почему коконы не открываются. Может, их чем-нибудь пошатать нужно? Ну-ка. А если магия? Не, ни хрена не открываются. Ладно, с этим делом мы разберемся, значит, идем с вами во Флотзом говорить с нашими друзьями. Так, вы смотрите, меня не стрельните, это ведьмак, это я хороший. Я здесь все оберегаю. Окей, у нас дверь, и нам нужно в корчму с вами сходить. О, смотри, как мы классно вышли-то, а? Мне вот что интересно. Ну, про картоплю мы уже слышали. Так, дружище, ну-ка расскажите мне что-нибудь, кто-нибудь знает? Я хотел тебя кое-что спросить, Золтан. Садись, Геральт, старина! Пить в одиночку — это как срать в компании. В другой раз. Ой, не могу, блин. Ты больше меня и знаешь местные порядки. Да какой из меня знаток? Ну, спрашивай. Зачем кому-то могла понадобиться голова тролля? А на что по стенам медвежьи бошки вешают?
чтобы показать, какой хозяин молодец. Да такому мужику с башкой тролля десяток баб даст юбку задрать. Спасибо. Ты куда это? Пойду пройдусь по халупам в Бендюге. Угу. То есть это подсказочка, что нужно где-то в халупы в Бендюге сходить. Понятно. Опа, куда это я вышел-то? А, это я с другой стороны вышел. Так, что-то как тебе вышел, хреново, ну-ка давай. Интересно, мне Шала ничего про тролля не скажет? Она вроде как колдунья, тоже должна, может, знать. Так, ты где? Ну-ка. Как успехи? Да нормально все. Алхимики используют ткани троллей для опытов. Так ведь? Их глаза и сухожилия входят в состав многих магических средств. Рафар Белый ставил эксперименты с кровью троллей. Пытался доказать, что она ускоряет регенерацию. Он ошибался. А зачем алхимику может понадобиться целая троллиная голова? Не знаю. Разве что как трофей. Угу. Ну все идет к тому, что нужен был трофей. Здравствуй, мадемуазель. Ты все стоишь? Ладно, если нужен трофей, тогда мы идем. Да. Давайте сходим в Бендюги. И поспрашиваем там, да, это мы уже видели. Смотри, что делаешь. Да смотрю, смотрю, ты за меня не беспокойся. Так, здесь мне кто-нибудь скажет про тролля? Здесь не висит голова тролля, нет. Больше ты никого не продашь, эльфка поганая. Что здесь происходит? Это Курба, шпионка скотоелей. Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она все время торчит в гарнизоне и пристает к нам. Родрик говорит, что трахнул ее. Только я вот не верю. Да я трахнул. Это все доказательства? Погибли двое наших. В последний раз обоих видели с этой сучарой. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врет, сука. Она завела их в засаду. А почему бы не проверить пещеры? Там полно всякой дряни. Я совсем разберусь. А вы мне заплатите. Подождите меня на пристани. Окей, разберемся. Еще один квестик с вами взяли, это отлично. Но нам нужно сейчас с троллем разобраться. Ну-ка, а здесь что у нас? Что-то я здесь голову тролля тоже не вижу. Галка какая-то сидит. Так, ладно, давайте осмотрим следующий дом. В принципе, где у нас может быть что-то? О, смотри. Голова тролля? Голова троллихи. Нормально. А что, здесь нет никого? Это что за звук, блядь? Кто здесь спит-то? Отменная работа.
Товар высшего качества. Лучшие шкуры. И выделка отменная. Вот зайчья шкурка, вот телячьи кожи, а тут бобер. Ты охотник? В королевских угодьях охотиться нельзя. Любой дурак знает. Потом тут и в лес-то боязно ходить. Слишком много чудовищ в округе. Значит, здесь им есть чем поживиться. А я так думаю, война скоро будет. Не обязательно. Скайтаэли грабят купцов и нападают на солдат. Вот некрофаги и плодятся. А нам, стало быть, нужно затянуть пояса и радоваться тому, что имеем, как учит добрая книга? Откуда у тебя эта голова? Купил. Целое состояние отдал, но оно того стоило. В Биндюге ни у кого тролячьей башки нет. А кто тебе ее продал? Димитр. Другим к троллю в логово залезть храбрости не хватит. И как найти этого Димитра? Понятия не имею. Но по вечерам его дружки ошиваются в корчме. Спасибо, ты мне помог. Ну-ка, подожди-ка. Я бы хотел сыграть в кости. Я не играю, с кем попало. Когда я узнаю, что ты уже что-то умеешь, может, тогда дам тебе шанс. Добро пожаловать на игровой канал Zarbest Game. Я Неозар. И это прохождение игрушки Ведьмак 2. Убийцы королей. Итак, в предыдущей серии мы поговорили с вами с Седриком. Дал что? И он нам сказал, чтобы мы шли куда-то на обломки корабля посмотрели. Давайте спустимся отсюда. Но прежде чем идти и заниматься Кейроном, я предлагаю все-таки разобраться с нашим троллем. Поэтому еще раз давайте сходим к нему, потому что я не знаю, может быть, ему по башке настучать, и тогда он прекратит пить. Не знаю. Но все-таки я думаю, что давайте к нему сходим. Еще раз. Посмотрим, как он ведет себя там. Так держать. Да держу. Может, все-таки, если мы ему мечом по башке сейчас настучим, он прекратит пить и все будет зашибись. И начнет строить наш мост. Но не знаю, что из этого выйдет. Убивать я его не хочу. Экс, а здесь мы с тобой, Геральт, не спустимся? Не спустимся. Это что вообще за столб такой? Непонятный здесь стоит. Ну ладно, будем надеяться, что он нужный. Так. Давай, ты чё? Давай, спрыгивай. Дружище, ты где? Ой. Ну ладно. Что ж, ты мне выхода не оставляешь никакого. Хватит! Не надо драка! Быть слушаться! Ты пьян. Водка хорошо. Голова больна. Разум не больно. Разум без причины не болит. Бабу мою убивали. Хорошая была. Мясо готовила. Кто ее убил? Не знаю. Сидел на мосту. Пошел к логову. Мясом не пахнет. Баба лежит без голова. Надо пить. В корчму не идти. Люди убьют. Надо пить. Если я найду, кто убил твою бабу, перестанешь пить? Не найдешь. У меня здесь друзья. Поговорю с ними, там посмотрим. Ну вот. И мы теперь поняли, почему же он пьет. Ну да, конечно, если бабу-то убили, блин. Теперь все это понятно. Так, ну что ж, нам нужно с друзьями поговорить. С друзьями, так понимаю, давайте сходим в таверну и пообщаемся с Лютиком, Золтаном. Кто у нас еще есть? Шаала. Шаал как бы мне не друг. Ну, все-таки.
Так, где у нас вход во Флотзам? Да, блядь, да кто здесь, блядь, расставил ловушки, суки? Капкан. По идее, где-то здесь должен быть вход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, нормально, Геральт, какой староват-то? Мерзкие твари. Я вот только не понимаю, мы этих чудищ бьем, а нам почему-то не засчитывается ничего. А нет, хотя сейчас засчиталось. Нормально. Тогда все хорошо. Значит, нужно продолжать их бить. Ой. Ах ты, тварь, она мне еще заразила, а? Нифига себе. Как-то их очень много было. Просто очень много было. И меня просто зажали, я даже не успел никуда вылезти. Ну ладно, наша первая смерть. Надеюсь, она последняя. Ну, сейчас, я думаю, мы с ними разберемся. Ну-ка, давай. Просто я не ожидал, что будет такая толпа. Так, ну где вы, мерзкие чудовища? Да ты смердишь. Минус один. Еще минус. Вот так. Ну что, давайте нападайте. Где вы есть-то? Давай, я хочу драться. Я только начал. Ну вот нормально. Где вы все есть-то? У вас же здесь целая толпа была. Эй, ты кто? Придется взорвать это гнездо. Ну давай, взорвай уже.
Придется взорвать это гнездо. Так, а бомб-то у нас нету, да? Ну-ка, давай посмотрим. Так, 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 снаряжение. Рецептик, рецептик, рецептик. Бомба, вот это вот нужно как бы сделать, эта штука. Как мне ее сделать? Что, мы сделали, что ли, по идее? Придется взорвать это гнездо. Придется взорвать это гнездо. Придется взорвать это гнездо. Да я понимаю, взорвать, взорвать. А как ее взорвать? Придется взорвать это гнездо. Эх, черт! Получай! Так, не знаю, как бросить туда бомбу. Ну ладно, оставим это как бы на потом. Потому что бомб у меня больше нету. Единственное, сейчас я не знаю, сделаем мы еще или не сделаем. Так. Где у нас? Так. Ловушка, это нам не нужно. Рецепты. Да, почему-то не могу, я не, пока ничего не сделал. Да вы задолбали уже меня здесь. Смотри, сколько бегут и бегут, бегут и бегут, бегут и бегут. Ладно, давай, до свидания. Вот они. Тихо. Чего-то у вас здесь очень много. Давайте по одному, ребятишки. Вот так. Еще один деятель идет. Здорово. Уничтожить коконы. Так, а где кокон-то? Вот этот вот кокон, да? Ну-ка, давай-ка. Отлично. Одного кокона нету. Где еще коконы? Ага, вон еще коконы. Ну-ка. Тихо. Отходим. Ты, блин, камера, что ты делаешь, твою мать, а? Просто жопа. Больше я не знаю, как это назвать. Да давай уже загружайся, а? Я просто даже не видел, куда мне бежать, зачем мне бежать. Ладно, сейчас, думаю, разберемся. Давай, Геральт, давай. От холеры. Да еще какая холера? Где эти сраные коконы? Так, ну и где вы коконы?
понял, это зона накеров. Накеры нам сейчас не нужны. Потому что я не знаю пока, как их убивать. Нужно что-то помастерить где-нибудь, я не знаю. Разобраться с ремеслом здесь. Потому что я пока что не научился ремеслом пользоваться. Блин, да где же эти коконы, а? По идее, где-то здесь же они были. Там нас опять, смотрю, это кто там? Эй, ты кто? О, бандиты. Ну что, не будете здесь свои костры жечь? И что, и все, и нам ничего за них не дадут? Интересно. Ну, смотри, еще одна группа. Здесь вот интересно. Так, сундучок. Что-нибудь в нем есть? Че, в сундуке нет, что ли, ничего? Ага, есть. Арена 50. Отлично. Ну, я опять не нашел, где эти коконы, а? Не, ну, здесь наверху-то, по идее, не должны они быть. Ладно, давай спускаться вниз. Если сейчас не найдем коконы, пойдем, значит, в деревню и поговорим с нашими друзьями. Потому что мы вообще собрались тролля закодировать с вами. И все-таки нужно разобраться, кто убил его жену, потому что баба-тролль-то, ну, зачем вообще тронули бабу-тролля? Жили они, никому зла не приносили, чинили мост, она ему мясо делала, а здесь херакс, блядь, и взяли, и бабу убили. Зачем так поступать-то? Блин, достали мне эти ловушки. Ага, вот он, кокон, блядь. Чё-то он какой-то закрытый, блин. И вот еще кокон. Ну, а где эти? Скалопендр-то. Интересно, сколько их еще? Я не знаю, сколько их, но много, мне кажется, блин. Окна какие-то все закрытые. Я что-то не понял, блин. Ну-ка, открывайся, блядь. Странно как-то, почему окна не открываются. Может, их чем-нибудь пошатать нужно? Ну-ка. А если магия? Не, ни хрена не открываются. Ладно, с этим делом мы разберемся, значит, идем с вами во Флотзом говорить с нашими друзьями.
Так, вы смотрите, меня не стрельните, это ведьмак, это я хороший. Я здесь все оберегаю. Окей, у нас дверь, и нам нужно в корчму с вами сходить. Смотри, как мы классно вышли-то, а? Не вот что интересно. Ну, про картоплю мы уже слышали. Так, дружище, ну-ка расскажите мне что-нибудь, кто-нибудь знает? Я хотел тебя кое-что спросить, Золтан. Садись, Геральт, старина! Пить в одиночку — это как срать в компании! В другой раз. Ты ой, не могу, блин. Больше меня и знаешь местные порядки. Да какой из меня знаток? Ну, спрашивай. Зачем кому-то могла понадобиться голова тролля? А на что по стенам медвежьи бошки вешают? Чтобы показать, какой хозяин молодец. Да такому мужику с башкой тролля десяток баб даст юбку задрать. Спасибо. Ты куда это? Пойду пройдусь по халупам в бендюге. Угу. То есть это подсказочка, что нужно где-то в халупы в бендюге сходить. Понятно. Опа, куда я вышел-то? А, ты с другой стороны вышел. Так. Что-то как тебе вышел, хреново. Ну-ка давай. Интересно, мне Шала ничего про тролля не скажет? Она вроде как колдунья, тоже должна, может, знать. Так, ты где? Ну-ка. Как успехи? Да нормально все. Алхимики используют ткани троллей для опытов. Так ведь? Их глаза и сухожилия входят в состав многих магических средств. Рафар Белый ставил эксперименты с кровью троллей, пытался доказать, что она ускоряет регенерацию. Он ошибался. А зачем алхимику может понадобиться целая троллиная голова? Не знаю. Разве что как трофей. Угу. Ну все идет к тому, что нужен был трофей. Здравствуй, мадемуазель, ты все стоишь? Ладно, если нужен трофей, тогда мы идем. Да. Давайте сходим в бендюги и поспрашиваем там. Да, это мы уже видели. Смотри, что делаешь. Да смотрю, смотрю. Ты за меня не беспокойся. Так, здесь мне кто-нибудь скажет про тролля? Здесь не висит голова тролля? Нет. Больше ты никого не продашь. Элька поганая. Что здесь происходит? Это Курба, шпионка скотоелей. Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она все время торчит в гарнизоне и пристает к нам. Родрик говорит, что трахнул ее. Только я вот не верю. Да я трахнул. Это все доказательства? Погибли двое наших. В последний раз обоих видели с этой сучарой. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врет, сука. Она завела их в засаду. А почему бы не проверить пещеры? Там полно всякой дряни. Я совсем разберусь. А вы мне заплатите. Подождите меня на пристани. Окей, разберемся. Еще один квестик с вами взяли, это отлично. Но нам нужно сейчас с троллем разобраться. Ну-ка, а здесь что у нас?
Что-то я здесь голову тролля тоже не вижу. Галка какая-то сидит. Так, ладно, давайте осмотрим следующий дом. В принципе, где у нас может быть что-то? О, смотри, голова тролля. Голова троллихи. Нормально. А что здесь нет никого? Это что за звук, блядь? Кто здесь спит-то? Отменная работа. Товар высшего качества, лучшие шкуры и выделка отменная. Вот зайчья шкурка, вот телячьи кожи, а тут бобер. Ты охотник? В королевских угодьях охотиться нельзя, любой дурак знает. Потом тут и в лес-то боязно ходить. Слишком много чудовищ в округе. Значит, здесь им есть чем поживиться. А я так думаю, война скоро будет. Не обязательно. Скайтаэли грабят купцов и нападают на солдат. Вот некрофаги и плодятся. А нам, стало быть, нужно затянуть пояса и радоваться тому, что имеем, как учит добрая книга? Откуда у тебя эта голова? Купил. Целое состояние отдал, но оно того стоило. В Биндюге ни у кого троллячьей башки нет. А кто тебе ее продал? Димитр. Другим к троллю в логово залезть храбрости не хватит. И как найти этого Димитра? Понятия не имею. Но по вечерам его дружки ошиваются в корчме. Спасибо, ты мне помог. Ну-ка, подожди-ка. Я бы хотел сыграть в кости. Я не играю, с кем попало. Когда я узнаю, что ты уже что-то умеешь, может, тогда дам тебе шанс. Эх ты сволочь, а? Я бы хотел сыграть в кости. Я не играю, с кем попало. Когда я узнаю, что ты уже что-то умеешь, может, тогда дам тебе шанс. Так, ну а как же мне голову-то забрать? Я бы, конечно, забрал бы ее, чтобы троллю показать. Вот сволочь-то, а? Я думал, может, с ним поиграть на что-нибудь, вот, и могли бы взять у него эту голову выиграть. Но видишь, как он с нами не играет. Забавно.